Подвигаемся. Так, ножки. Вот, чтобы они могли свободно туда опускаться. Опускаться. И можно так поиграть на ножки. Мягко прижимаем, мягко как качаем. Обязательно что-нибудь говорим. Да. Таким образом. О, снимаем напряжение. И с животика. Тут у нас точки определенные есть, которые снимают миофасциальное напряжение. Покачались. Только сделать нужно, насколько. Вот ему, видишь, даже очень приятно. Приятно снимается вот напряжение с живота и поясницы. Что можно сделать? Ручку подкладываем под поясничку. И поиграли поясничкой ровно столько, сколько ребеночек позволяет его покачать. То есть не подтягиваем высоко, сейчас покажу, высоко вот так вот, да, я подстраховываю. Вот, вот, а вот так вот. Ритм должен быть определенный, один и тот же. Как вот, когда ты играешь, в любом случае ты как мать чувствуешь это. Прыг, скок, прыг, скок, прыгки, 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 скок. И потом можно мягенько растянули, потянули, как обнимаешь животик вот тут. И внутри, и снаружи. Все. Вот. А теперь. Давай, мы повыше поднимем сюда. А вот это. Да. Ой, что ему понравилось? Все. Тёма, на животик хочешь? Погладили обязательно. Да. Тёма, давай на животик. На животик хочешь? Ну, хорошо. Слушаем ребенка и ничего не делаем через насилие. Опа! Мама. Так, у мамы на руках. Что делаем? Сейчас мы снимаем у мамы на руках.